Здравствуйте. Сегодня я плету такой большой-большой цветок из маленьких резиночек. Плести буду на крючке и покажу, как я это делала. Цветок состоит из 5 лепесточков. Вот я уже 4 лепесточка связала, чтобы было быстрее. 1, 2, 3, 4. И 5-й показываю, как я это делаю. Крючок у меня довольно толстенький, 4-й номер. Мне так удобнее, так лучше видно. Беру вот желтенькую резиночку. Можно сделать 2, 3. Вот так вот. Перекрутила. Затем беру 2 резиночки. Не одну резиночку я беру, а 2. И протягиваю, так руки не удержали, протягиваю через, по крючку, вот, через эту петельку. Когда я протянула, тут же подхватываю вторую сторону резиночки. Желтенькая. Потом идет голубенькая резиночка. Точно так же я поступаю с голубенькой. Значит, 2 голубенькие резиночки на крючок. Набрасываю и протягиваю уже вот через эти, которые на крючке, резиночки. Так, что-то у меня подхватилось. И захватываю то, что на пальчике. Вот оно. Еще беру 2 резиночки голубенькие. 1, 2. И также буду их протягивать вот через эти резиночки, которые на крючке у меня. Вот 1 раз и 2 раз. Вот протянула, подхватываю и оставляю. Так. Затем беру синие резиночки. Опять-таки по 2 резиночки. 1 резиночка и 2. Набрасываю на крючочек обе резиночки и протягиваю. Так, тут наш ровник. И так набираю их, так, чтобы было как бы 5 петелечек. То есть будет 5 резиночек синих у меня. 2, 3, 4. 4 и 5. То есть резинок то 10, а 5 пар. Ну, я считаю, как одна. Вот так вот. Протянула. Теперь иду обратно. Значит, я здесь начинала желтая, голубая. Значит, буду заканчивать. 2 голубенькие. Протягиваю. 1 голубая. 2 голубенькая. Также протягиваю. Протянула. И 2 желтенькие. То есть 2 пары. Я беру по паре. Значит, 1 пара. Вот, 1 пара желтенькая. И 2. Но 2 я не буду пару брать. Я буду 1 резиночку. Я же начинала с одной. Я буду и заканчивать. Делаю 3 таких витка. И пропускаю. Вот эти 3 виточка пропускаю через набранные на крючке. Получилась такая у меня красивенькая заготовочка. Я сгибаю ее пополам вот так вот и кончик надеваю на крючок. Вот лепесточек образовался. Теперь вот эти все 5 лепесточков, 1, 2, 3, 4, 5, я буду сбрасывать на петелечку одну, то есть на одну резиночку. Все лепесточки я нанизываю на 1 резиночку. То есть снимаю с крючка, вот снимаю и протягиваю синюю резиночку как основание.
Здесь нужно оттянуть, чтобы все стоя пришли. Вот что у нас получилось. Теперь я захватываю крючком, протягиваю и формирую цветочек. Итак, 5 лепесточков. 5 лепесточков. Здесь надо теперь закрепить этот кончик, чтобы он у меня не вылетел никуда. Вот так вот я его закреплю через вот эту петелечку. Одну, другую. Серединка еще такая синенькая. И вот так вот петелечку сделать. О. Такой вот симпатичненький цветочек. Все разровнять, разровнять. И еще раз закрепить. Такая красота. В общем, букет цветов у нас уже готов. Можно украшать. Пока.